Всем привет, с вами я, Зверофобия, и сегодня я вам покажу, как вернуть ваш аккаунт в Soul City. А перед началом видеоролика не забудьте подписаться, поставить лайк, написать смысленный комментарий, а мы начинаем. Теперь нам с вами нужно установить App Gallery. Для того, чтобы это сделать, мы открываем Google Chrome. Набираем App Gallery. И открываем сам первый сайт. Если же вас не находит, я оставлю ссылку на облако в описании. Нажимаем установить. Установить. Ждем окончания установки. У меня этот файл уже установлен. Открываем любой файловый менеджер. В моем случае это SH-проводник. Вам нужно открыть настройки и выбрать download. Теперь находим у нас наш App Gallery. Нажимаем. Нажимаем установить. Если вас попросит система разрешить установку из нескольких источников, разрешайте. Ожидаем установку. Установка завершена. Я добавлю для удобства App Gallery на главный экран. Открываем App Gallery. Принимаем. Можете здесь по желанию, это особо ничего не зависит на самом деле. Теперь вписываем сюда в поисковую строку Soul City. Вот наш Soul City. Здесь будет кнопочка установить. Вы ее нажимаете и устанавливаете Soul City. После чего нажимаем открыть. Вот мы с вами и открыли Soul City. Нажимаем настройки. Sign in. Выбирайте аккаунт, который вам нужен. Далее нажимайте загрузить из облака. Верни мои уровни пару раз и дожидайтесь, пока ваши уровни вернутся. Теперь можете закрыть эту панель нафиг, закрыть настройки и обновить игру. А на этом все. Спасибо. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Я очень давно не снимал видосы, поэтому, можно сказать, разучился монтировать. Ну а с вами был Звера, и всем пока.